Добрый день, сегодня мы произведем видеообзор пневматического пистолета Блечер ПМ. Это пневматическая копия известного пистолета Макарова. Давайте откроем коробку и смотрим, что там. Значит, внутри у нас гарантийный талон на 1,5 года. Блечер сейчас дает такую хорошую гарантию. Книжка с описанием пистолета, всех его механизмов, как его заряжать и так далее. Ну и сам пистолет. Давайте откроем и посмотрим. Значит, секунду. Вот такой вот пистолет. Ну, спусковой курок у него немного мнимый, но ход имеет. Также есть предохранитель двухпозиционный, который отключает спусковой крючок. И самая главная особенность этого пистолета, что я его просто обожаю, это полноразмерная металлическая обойма. Металлическая, не пластиковая. Слышите звук? Также должен заметить, посмотрите на качество этого клапана. Это вам не просто так, это отличный клапан. То есть всегда слабым местом данных пистолетов является то, что... Или вот это место страдает в пистолетах. Или вот это. В этом пистолете вы в случае поломки... Не знаю, в 95% случаев выбрасываете обойму, покупаете новую обойму, а Глечер производит обоймы в большом количестве дополнительные. То есть это не будет большой бедой купить новую обойму. И получаете снова рабочий пистолет. Новый рабочий пистолет. Давайте заправим этот пистолет баллон. Для этого воспользуемся ключом, который идет в комплекте. Откручиваем его, вставляем баллон и закручиваем зажимной винт. Вот и все. Мы его закрутили, ничего не пропускает. Все отлично. В качестве отстрела ставим обойму сначала. Делаем пару выстрелов. Так он стреляет. По-моему, очень даже прикольно. Для отстрела пистолета используем стандартные шарики. Зарядим 5 шариков и произведем отстрел пистолета. Четыре. Значит, отжимаем. Загружаем. Один, второй. Третий, четвертый, пятый. Отпускаем. Вот и все. Шарики в обойме. Стрелять будем по мишени с 4,5 метров.